Всем огромнейший привет, мои дорогие зрители. Хочу в сегодняшнем видео рассказать вам о вчерашнем своем заходе в магазин Fix Price. Конечно, как всегда, я заходить в этот магазин совершенно не планировала. Как всегда, захотелось посмотреть, какие же там новинки, что там новенького, что интересненького. И да, я хотела приобрести средства для санитарной техники, для душевой кабины, для раковин, для унитаза, потому что сейчас в связи с кризисом средства, которые нам нравились, они очень подорожали, и даже те, которые нам нравились, они, в принципе, пропали вообще с витрин, и я уже не знаю, чем пользоваться, потому что у нас большая душевая кабина, и накапливается очень много известкового налета и, соответственно, грязи, потому что моемся мы довольно-таки часто, ну, редко, в общем, какой-то я понесла. В общем, она у нас нуждается также в обработке, душевая кабина, и я сейчас нахожусь в поиске средств, которые мне бы подошли. Я смотрела очень много обзоров на YouTube, и девчонки хвалили многие средства из бытовой химии, из Fix Price именно, поэтому я решила несколько вариаций взять и посмотреть, что из этого выйдет. Итак, приступим к просмотру. Первое, что я приобрела, я взяла вот такой вот чай Тесс Пина Колада. Я сейчас, вы знаете, нахожусь на декретном отпуске, и в принципе чай я прекрасно могу заварить дома из обычной заварки, но вот именно вот этот чай мне все время хочется пить. Мне кажется, вот летом жару он как-то классно так удаляет жажду. И когда я работала еще, я постоянно такой чай покупала себе на работу и просто наслаждалась. Он, конечно, безусловно, очень химический, и слов нет, какая тут химия, но он мне нравится. В общем-то, такой тест я беру всегда в Fix Price. Взяла я вот такие штучки, вернее, не я, а моя сестра взяла. Они прям под цвет моего образа, вот такие, наверное, какие-то это палочки. Я, в общем, такой десерт еще не пробовала, буду с удовольствием пробовать, и сестра мне их очень сильно нахвалила, сказала, что они очень вкусные. Ну вот, я сейчас на них смотрю и понимаю, что, в принципе, в их составе есть шоколад и миндаль. Посмотрим, что они из себя представляют. В общем-то, если у вас есть какое-то мнение, то пишите под видео. Следующее, что мы приобрели, взяли мы наши любимые чипсы, вот такие мультичипсы, картофельные со вкусом сыра со сметаной. Я снимаю видео о покупках в магазине Fix Price на самом деле уже не первый раз, и самое первое мое видео, если вы посмотрите, оно такое интересное очень, в кавычках, да, еще не в моем таком стиле. Тогда был такой промежуток времени, когда я еще искала свой стиль съемки, и я хвалила вам вот такие чипсы с Fix Price. На самом деле они классные. Они ни в коем случае не стоят 45 или там 46 рублей. Они стоят довольно-таки дорого вообще по вкусовым своим ощущениям. Мы постоянно берем вот такие вот чипсы. И да, я их сравниваю именно с тайскими чипсами по своим вкусовым ощущениям, так скажем. Муж у меня, в свою очередь, увидел вот такую новинку из Fix Price. Вот такие клипсы для подвязки растений. Дело в том, что у нас дома, у нас частный дом, у нас очень много орхидей, и, в общем-то, мы столкнулись недавно с такой проблемой. Мы пересадили все свои орхидеи и обнаружили, что они у нас очень сильно разрослись. Если вам интересно видео о наших орхидеях, я обязательно сниму, вы оставляете запрос, может быть, просто в Инстаграм кину. В общем-то, вот такие вот клипсы он себе приобрел. Почему себе? Потому что я за цветами не ухаживаю, цветы почему-то мои руки не любят. Начала я с той мысли, что орхидеи у нас переросли, и их нужно как-то подвязывать, как-то их декорировать, чтобы они не падали, не ломались. В общем-то, такие замечательные клипсы, они золотым таким ободком, тут с какими-то золотыми вкраплениями идут. В общем-то, две пачки мы взяли, посмотрим, как они будут держать наши орхидеи. Выполнены они по образу крабов для волос. Не знаю, может быть, я буду использовать их в качестве краба для волос, посмотрим. Следующее, что взял мой муж, это вот такие кабельные стяжки. Он у меня постоянно что-то ремонтирует, постоянно что-то делает. У нас постоянно в доме идет какая-то стройка, и, соответственно, он прокладывает кабель и так далее, там подобное. В общем, такие штуки ему нужны. Он берет их постоянно в Fix Price. Я же, в свою очередь, взяла вот такие мармеладки, не мармеладки. Это жевательный зефир клубничный. Вот состав я тут сразу нашла. Пшеничный сироп, сахар. И, короче, е-е-е. Ну, тоже химический мармелад. Что за мармелад? Зефир.
Такой зефир хвалят все блогеры абсолютно. Я тоже решила, взяла попробовать. Ну, благо, стоит недорого. Если что, выкинуть не будет жалко. Но, по-моему, это новинка фикс прайс. И посмотрим, да. Теперь самая интересная, наверное, наша покупка. И я думала, показывать вам эту покупку в своем видео или нет. Потому что думала, позориться или нет, так скажем. У меня муж купил вот такие калоши. Представляете, калоши с фикс прайс. Выглядят они вот так вот, эти калоши. Видите, они очень так небрежно сделаны. И я когда их увидела, я на самом деле очень так смеялась. Я говорю, ну ты возьмешь себе какие-нибудь ножницы, их вырежешь, в общем-то, из резины, которая осталась еще в составе этих калош. В общем-то, калоши 42 размера. Почему мы взяли калоши? Это не значит, что нам не в чем ходить. Просто-напросто, когда дождик, у меня муж все время жалуется, когда дождик, мне не в чем выйти на улицу, там обойти стройку, там посмотреть, как работают рабочие, извините за тавтологию. В общем-то, взяли вот такие калоши, ну, за 45 рублей. Ну, что еще для счастья надо, да? Очень-очень дешево. Так, как бы тут не испачкать этими калошами мой белый диван. Так, следующее, что я взяла для себя, для любимой, и очень боялась, что средство прольется, но оно у нас не пролилось. Это вот такая жидкость для снятия лака без ацетона, которая называется Glam Glam Роза. Вот такая вот жидкость. На самом деле у меня заканчивается жидкость для снятия лака с ногтей, и я, в принципе, не привередливая вот к таким вот средствам. Я пробовала средства и за 500 рублей, я пробовала средства и за 10 рублей, и для меня они все одинаковые. Нюансы такие, сушат они кутикулу, сушат они ногтевую пластину или там увлажняют ее. Я таких нюансов не вижу на своих ногтях. У меня ногти, проблем с ногтями никогда не было, даже при беременности. Вы знаете, что я сейчас беременная и скоро уже ухожу на декретный отпуск. Да, я в каждом видео буду об этом говорить, потому что я не могу об этом не упомянуть. У меня проблем с ногтями нет. И я беру самые дешевые средства, вот такие. Они, в принципе, нравятся мне и нормально удаляют лак с ногтей. Чего еще для счастья надо? Кстати, вот совершенно не пахнет ацетоном. Нет, пахнет, но жидкость для снятия лака от Эфраше пахнет ужаснее, я вам так скажу. Пахнет прям вот розочкой, классно. Так, и наконец-то средство бытовой химии, которое я приобрела для своей любимой ванны. Это вот такой я частин взяла, Омега. Это отбеливатель, вот видите, это даже не для уборки, это просто для добавления в стиральную машину. Я отбеливатели постоянно беру. Я беру и дорогие отбеливатели, я беру дешевые отбеливатели, я беру хлорсодержащие отбеливатели, я беру любые отбеливатели, даже в Amway я брала, Faberlic. В принципе, у меня о каждом отбеливателе есть свое определенное мнение. Это вот буду добавлять при стирке белого белья, при стирке, может быть, постели, в конце концов, полотенец. Очень нравится, что здесь нет хлора, не содержит хлор. Удаление пятен из белого цветного белья из всех видов тканей. Способ применения, в общем-то, для машинки. Вот это вот мне очень нравится, что в машинку можно добавлять, потому что некоторые средства почему-то нельзя добавлять в машинку. Я очень возмущаюсь, когда об этом узнаю уже дома, когда читаю, что, блин, ну нельзя в автомат добавлять. Ну, мы живем в 21 веке, но у всех сейчас машинки, но кто стирает руками, я не понимаю. В общем-то, буду пробовать вот такой частин. Напишите, кто пробовал, вообще стоит или нет им пользоваться. Консистенция водичка, сразу вам скажу. Но Босс, который я беру, он дорогой Босс отбеливатель жидкий, он тоже консистенция сыра водичка. Взяла я для уборки вот такой вот гель. Для туалета и ванной комнаты 5 с плюсом. Вот такой вот гельчик, замечательный розовый. Санитарно-гигиеническое средство для ухода за туалетом и ванной комнатой. Виси-гель «Морской бриз». Идеально растворяет мочевой камень в унитазах. Эффективно удаляет ржавчину, водный камень, мыльные осадки, подтеки. Ну, в общем, то, что мне нужно. Удаляет жировые пятна при мытье пола, раковины, убивает микробы, обеспечивает свежий воздух. Очень хочется попробовать аромат этого средства. Аромат интересный, знаете, он не пахнет совершенно доместосом, хотя я против доместоса, ничего против не имею. Я считаю, что доместос в ванной должен быть обязательно, допустим, раз в неделю я пою
мою пол ванной именно доместосом, потому что как врач я понимаю, что ванна — это такое место, где всегда есть грибок, где всегда влага, где всегда бактерии, какие-то даже вирусы, может быть, размножаются, но это естественно, и мыть пол с доместосом обязательно нужно. Так вот, средство не пахнет хлором, пахнет очень приятно, буду пробовать, пишите отзывы. И последнее средство, которое я приобрела, это санитол для кухни, удаляет нагар и стойкие загрязнения. У меня средство для кухни Мистер Мускул закончилось, я уже показывала в пустых баночках, вот прям совсем-совсем недавно. Буду пробовать вот этот объем 500 мл для мытья и очищения от жира, нагара, других трудноудаляемых загрязнений с поверхности. Люблю такими средствами мыть раковину, потому что готовлю я много и сама люблю поесть сейчас. И мой пузожитель тоже любит поесть, и муж у меня, в общем-то, ну, он как, я как обычная хозяйка, он мне приезжает с работы, я его кормлю, готовлю первое, второе, в общем-то, у нас часто сейчас гости, поэтому раковину я мою, люблю ее мыть, и люблю, когда вот раковину помоешь, и ощущение такой чистоты. Пахнет. Что-то совершенно ничем не пахнет, странно. Я люблю, когда средство все-таки чем-то пахнет, например, цитрусом каким-то таким освежающим ароматом. В общем-то, вот это были все мои летние покупки в магазине Fix Price. Когда мы вчера зашли, там сразу на первом стенде была витрина вот с летней тематикой, там с ракушками, фоторамки с ракушками, просто ракушки какие-то такие пластиковые, синтетические. Но я ничего не взяла, потому что у нас с моря очень много ракушек, у нас много всяких сувениров, мне уже просто ничего-ничего не надо. Если раньше я была очень падкая на всякие там сувенирчики, сейчас меня уже не проберешь ничем. Окончательное мнение об этой продукции, конечно же, в пустых баночках. Рубрику пустых баночек я не буду убирать из своего канала ни в коем случае. Всем большое спасибо за просмотр, отличного внешнего вида, здоровья. Не забывайте про мой инстаграм, не забывайте про мою группу ВКонтакте. Всех вас очень сильно люблю. Пока-пока.